В России началась досрочная сдача единого государственного экзамена. 20 марта выпускники писали литературу и географию, а сегодня русский язык. Процедура допуска к досрочной сдаче ЕГЭ такая же, как и на обычный экзамен. С собой в аудиторию можно взять только паспорт, черную гелевую ручку, что-то на перекус и лекарства при необходимости. На выполнение заданий у участников 3,5 часа. Всего заявлено 143 человека, выпускники прошлых лет, и могут также сдавать выпускники учащихся 11 классов, те, которые не попадают на основной этап. Николай Константинов школу закончил давно. Он работает в транспортной полиции. Я вот решил сдать ЕГЭ по русскому языку для того, чтобы мне нужен дальнейший рост по карьерной лестнице, чтобы получить высшее образование. В общей сложности русский язык в стране сегодня сдали 16,5 тысяч человек. Досрочный период сдачи продлится до 10 апреля, включая резервные дни. Основной этап стартует 27 мая. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.